Чемпионы Северной лиги, а также победители Кубка чемпионов КВН команда «Кефир» 21 декабря прибыли в Донецкую Народную Республику. Основной целью визита участники команды обозначили для себя знакомство с молодежью республики, которая развивает КВНовское движение в студенческих кругах Донбасса. Мы рады, что нас пригласили выступить к вам в город. Мы были у вас раньше в гостях в 2012 году, на Евро, кстати, смотрели футбол. И сегодня посмотрим местный КВН. Финал, да, насколько я понимаю? Да, финал. Совершенно верно. Все, надеюсь, будет сильная игра. Веселые и находчивые сегодня посмотрят финал открытой юзовской лиги КВН, оценят выступления наших команд и проведут небольшой мастер-класс для подрастающего поколения КВН Республики.